Закончился первый раунд Красного Влада КРФ. Сухрав Абдулаев, кандидат мастера спорта Узбекистана. 2004 года рождения, боксом занимается 7 лет. Финалист чемпионата Республики Узбекистан. Тренируется под руководством тренера Надыра Гергашева.
Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает мастер спорта Сман Абдулай, Республика Казахстан. 2004 года рождения, боксом занимается 8 лет. Он провел 120 боев, в 110 одержал победу. Финалист чемпионата мира по молодежке 2021 года. Тренируется под руководством тренера Рахата Ахмадиева. Abdullayev Suhrob from Uzbekistan.